Ну, мы продолжаем гуляние с Тюрей и продолжаем наш разговор. Мне очень понравилось, как вы восприняли мой рассказ про молитву. Я думал, это будет очень сложно, и что понять то, что я для себя выяснил и вам передал, будет не так просто, потому что понять, что ты просишь, хочешь, что тебе надо, нам легко. Поэтому мы легко встаем на молитву и легко ее читаем, когда нам сильно надо. Но часто люди говорят: нет, мне так трудно молиться, я не могу, глаза слипаются, я засыпаю, у меня терпения нет. А у некоторых страх перед молитвой. Но многие действительно не могут. Вот просто не могут. Это их от молитвы корежит. Их всячески бьет. Ну, так и от чужих молитв иногда некоторых трясет и корежит. Итак, я тогда продолжу маленечко разговор. И он сейчас о том... А как читать молитву? Ну, мы с вами выяснили, что молитва – это жертвоприношение. Самое высшее жертвоприношение. И это установило христианство. Господь нас с вами обучил, когда его спросили: а что делать? Как молиться? Он говорит: молитесь Отцу, Отче наш, и же и се на небесе. Но у нас с вами... Конечно, перевод славянский, церковно-славянский, ну, иногда почти русский. И, кстати, некоторые думают, что в этом какая-то особая, что ли, свойство молитвы, если ты произносишь ее на особом языке. Ну, например, все время приводят теперь там молитву «Отче наш» на арамейском языке, что вот Христос вот так ее. Слушайте, ну я уже много раз повторял, что если мы с вами говорим о сакральности, то мы должны вспомнить, какие языки даны Богом. То есть они Богом данные. Это признано в человечестве. Те, кто эти языки проповедовали, признаны святыми. И их не так много, сакральных языков. И еще меньше их осталось. То есть потихонечку народы теряют свои сакральные языки. Но церковно-славянский, который вышел из праславянского, который вышел из санскрита, как теперь признано, вот, и так далее, по цепочке, он является сакральным языком, то есть языком, который дал Господь. Поэтому ничем он не отличается от языка, данного Богом другому народу, арамейскому языку. И таких языков сакральных у нас не очень много, сами можете посмотреть в интернете, какие сакральные языки. Поэтому на каком языке читать правильней эту молитву, я считаю, что для нас на славянском, церковно-славянском. Потому что мы русские, и этот язык нам был придан. И к нам пришла молитва вот в таком виде. «Отче наш, же и се на небесе», ты. Вот. Надо сказать, что она имеет немножечко разное содержание. Я вот читаю «Отче наш» из Остромирова Евангелия. Она немножечко отличается, и поэтому она мне нравится больше. Я не знаю, как я ее начал читать, так прямо показалось, что все. Вот это именно та молитва, какую мне хочется, и она действительно имеет отношение к Богу. Именно Господь такую ее и дал.
Там небольшое различие в том, что у нас в русском языке здесь сейчас «И не введи нас во искушение, избави нас от лукавого», а там «И не допусти нас в напасть, и избави нас от неприязни». Вот такая у нас разница. Ну, она только кажется, что маленькая разница. На самом деле она существенная, потому что я об этом уже объяснял, и вы можете об этом найти объяснение. Слушай, Тюрь, у нас тут, как в Москве, говорят, движение. Прямо просто так не погуляешь. Вот, поэтому... Но здесь я вам честно скажу, вот и даже это опять не имеет особого значения. Потому что главное значение в правильной молитве – отношение с Богом. И это отношение должно быть, во-первых, в любви, во-вторых, в желании вас пожертвовать собой. И в понимании, что когда вы жертвуете молитву, она на что-то обменивается. Обменивается на милость Божью. И эта милость, я бы так сказал, равноценна вашей жертве. Поэтому прежде всего, когда вы собираетесь что-то попросить, подумайте о том, а что вы готовы за это отдать? И, например, что предположить? Я хочу машину новую. А вы жизнь за это готовы отдать? Вот такой вопрос. Если вы решили получить машину, вы готовы за нее жизнь отдать? А многие отдают. У нас в стране больше 100 человек в день погибает, желая иметь машину. И дети их погибают, и семьи их погибают. Жестоко, но они хотели новую машину. Они знали, что не все живы останутся, когда ее получат. Но пошли на это. Они приняли такое решение, что они жертвуют деньгами и жертвуют жизнью за то, что хотят иметь такую новую машину. Если вы задумаетесь, то любая просьба и любые... Так, еще что ли там машина? Нет, она вроде не сюда. К Богу они все время сопряжены с тем, что вы жертвуете какую-то часть своей жизни или... своего имущества. И эта часть не должна быть напрасной жертвой. То есть вы должны осознавать, за что вы ее отдаете. То есть если вы отдали жизнь за новую машину, я вам скажу так, это обидно. Это обидно. Если вы жертвуете собой в молитве за новое пальто, вот. Или за новое, значит, отношение с каким-то человеком, вы уверены, что это та самая жертва и те самые обстоятельства, в которых нужно эту жертву совершить? Уверены, что можно часть жизни отдать за это или еще что-то? И поэтому важное понимание того, за что вы эту молитву читаете, или о чем вы ее читаете, или ради чего вы ее читаете, приносит правильный плод. И когда вы берете утренние или вечерние молитвы, то там очень хорошо расписано, что вы хотите от Господа и ради чего ваша эта молитва производится. Поэтому вот... Не старайтесь сильно много выдумывать. Канон православный и молитвословие православное вполне достаточны для того, чтобы иметь все, что вам нужно,
и при этом быть уверенным, что жертва была произведена правильно, что она была не напрасной. Ну так вот святые отцы уже за нас все это отработали, грубо говоря, за нас все это, приняли такие решения и такие сделали молитвословия. И это нам удобно, это важно. Но сейчас скажу самое важное, вот прямо самое важное, к которому я сам пришел через многие годы, и что, мне кажется, стало самой большой находкой моей в жизни. Вот, и это молитва сердечная. Я вам, по-моему, как-то уже рассказывал, что когда мы читаем молитву, мы с вами ее из разных мест произносим. То есть кто-то ее произносит, ну вот языком из горла, она идет вот, вот изо рта, давайте так, из уст, давайте так говорить, идет молитва уста. Уста мои хвалят Господа. Да, красиво, уста. Иногда она идет из ума. То есть вот человек молится, и он чувствует, что он умом соприкасается с Господом, и его молитва умная называется молитва. Вот Иисусову молитву называют умной, потому что надо добиться, чтобы она шла из ума. Но самое вот важное и, на мой взгляд, самое нужное – это молитва сердечная. Вы должны научиться молиться сердцем. То есть вот произносить слова молитвенные и иметь чувство к Богу при этих словах из сердца, из сердца. Я вам скажу, это очень сложно. Вот, тем более, если никто вам никогда не рассказывал, не подсказывал, как это сделать. У меня произошло очень... Это удивительно. Я приехал к батюшке Науму. Он там давал очередные распоряжения сестрам, как им молиться. Вот они там, батюшка, батюшка, такие, люблю я их, веселые. Сколько нам четок читать, в общем, вот, вот они четки там новые купят, красивые четки. И этими четками считают. Он кому 1000 назначит, кому 10 000 назначит. Я тоже получал эти когда-то назначения. Вот. И он видел, как я тут стою, смотрю на этих, значит, послушниц, и как веселюсь, понимая, что все это такая, значит, вначале детская, вот детская, ну, не игра, конечно, дело просто такое вот оно веселое. Так, Котя, что это происходит сегодня? Уходи с дороги. Да. Это в нашей деревне такой транспортный поток. Прямо что-то такое необычное. А он и говорит, а что, читаешь? Я говорю, да, читаю Иисусову молитву. Он говорит, сердцем читаешь? И я оторопел. Он посмотрел на меня и говорит, сердцем надо читать. И все, все, что он сказал. Извините, стою, плачу от этих воспоминаний. Сладка нет. На котика пока посмотрите. Сейчас я очухаюсь. Вот. И я задумался, как читать сердцем. И оказалось, очень непросто. Надо сначала услышать свое сердце. Оно на самом деле все время с нами разговаривает, оно любит нас, оно работает на нас. Ведь вы только осознайте, сколько оно в день
у нас перегоняет нашей крови. Это же невероятно. По-моему, 500 литров, нет, наверное, больше, вот, в день. И услышать его нетрудно. Вот услышать его нетрудно. Потому что оно реально говорит, если вы ему задаете вопросы. Прям вот просто спросите: сердце, как ты? Оно скажет: ничего, или болю, или грущу. Что-нибудь да скажет, оно обязательно ответит. Вы только поверьте, что оно разговаривает. Вот, это раз. А во-вторых, попробуйте попросить его сказать. Вот, там сердце, скажи «ой». Оно скажет «ой». Потом еще что-нибудь попросите. Оно такое простое, как ребенок разговаривает. Такое простое. Поэтому не надо ему задавать какие-то большие сложности в разговоре. Вот, просто, просто. А потом вы, если научитесь вот так с ним общаться и просить его сказать, когда вы убедитесь, что это оно разговаривает, то просто попросите: Господи, ой, сердце, помолись Господу. И сердце, первое, что оно скажет: помилуй меня, Господи. Ему так тяжело, это же самый большой труженик, сердце наше. И я так понимаю, что лучше ему было бы это остановиться, вот, и отдохнуть маленько. Ну, тогда нам капец. Вот. Поэтому оно легко говорит: помилуй меня, Господи. То есть вот помоги мне, Господи, или помоги, Господи. Легко говорит. Ну, а потихоньку, если вы навыкнете, что сердце говорит вот у вас: помилуй меня, Господи, лучше, если оно говорит постоянно, вот, со своими ударами: помилуй меня, Господи, помилуй меня, Господи. Вот, или с дыханием, как я вас учил, то потом можно включать и большие молитвы. Хотя я не знаю, есть ли прок вот в больших молитвах. Помилуй меня, Господи, вот, спаси меня, Господи, вот, слава тебе, Господи. По-моему, абсолютно достаточной молитвы для того, чтобы отношения с Богом имели. Феофан Затворник вообще говорит, что вы в конечном итоге уйдете, если вот так практикуете правильную молитву, вы уйдете от молитвословия вообще, вы будете только чувствами иметь отношение с Господом, и эти чувства и есть главной молитвой. Да, Тюрь, скажи что-нибудь нашим зрителям. Они так любят тебя. Вот интересно, коты молятся. Смотрите, заурчал. Это точно, он для вас заурчал. Но свет ему мешает. Простите его. Не может он, конечно, на этот свет смотреть. Но, тем не менее, он сделает вот так. И это и есть лучшее его доверие нам. Мы для него же как Бог, наверное, да? Вот. Нам бы так с Господом относиться, к Господу, и нам бы с ним такие отношения иметь, как наши коты и собачки с нами. Все, помоги всем Господь. В общем, давайте потихонечку навыкайте. Вы же ангелы. Ангелу уже все известно. Ему надо только вспомнить, что он ангел. Помоги всем Господь. Здоровья всем, радости. Аминь.